Российская армия начала проверку боеготовности войск по новой экспериментальной методике. По тревоге подняты 20 тысяч военнослужащих в подразделениях Западной Сибири. Пехота, спецназ, авиация и комплексы противовоздушной обороны будут действовать как единая группировка войск. Они должны отработать все виды боевых действий от маневров до обороны и перехода в наступление. Особая роль в ходе учений отведена военным психологам. Специалисты будут анализировать сплоченность каждого воинского подразделения и психологический настрой военнослужащих.